На протяжении нескольких дней температура в Подмосковье находится на отметке в плюс 30 градусов. Врачи в такую погоду рекомендуют избегать долгого нахождения под прямыми лучами солнца и пить побольше воды. Столичные власти распорядились в московском общественном транспорте раздавать бесплатную воду. Видно, эту почетную миссию взяли на себя волонтеры местного отделения молодой гвардии партии «Единая Россия». Раздача воды происходит в рамках партийного проекта «Здоровое будущее», который направлен на развитие медицинского обслуживания и заботу о здоровье граждан России. Жителям Видного такая акция пришлась по душе. Добрый день. Сегодня так жарко на улице, не хочу попить воду. Спасибо большое. Воды, спасибо. Да, сегодня очень жарко. Да, спасибо. Молодцы. Здравствуйте, на улице всем жарко, не хотите попить воды? Ух ты, здравствуйте, спасибо большое. Спасибо. Раздача воды – одна из многочисленных акций, в которых активно участвуют молодогвардейцы. И главная цель каждой из них – помощь тем, кто в этом нуждается. В ближайшее время будут проведены акции по поддержке специальной военной операции. Передача гуманитарной помощи. Мы придем плести маскировочные сети. Также мы постоянно поддерживаем семьи мобилизованных. В местном отделении движения «Молодая гвардия Единой России» состоит 30 волонтеров.